Прием-прием, леди и джентльмены, на связи Шедимен. Леди Леска. И ну как тебе, друзья? Первый вопрос, который у вас в голове, где наши скины и что вообще происходит? Друзья, мы не знаем, сегодня какой-то странный день Майнкрафта, мы что только не пытались, что только не делали, но, к сожалению, наши скины нам поставить не удалось, но вы точно будьте уверены, что это мы. Вот, ну а вообще, сегодня мы вместе с Леской и Нубиком находимся на одном водяном блоке в Майнкрафте, и здесь будет наше выживание. Запомните начало видеоролика и посмотрите, что потом будет в конце. Ну а также, друзья, прямо сейчас поставьте лайк под этим видео, для того, чтобы Майнкрафт поправился, потому что ему сегодня явно не очень хорошо. Он себя как-то плохо чувствует. Ну и, конечно же, если вы еще не подписаны на канал, то жмите на нашу кнопку подписаться. И что самое интересное, Лисоуни, ты почему как Стив, как мужик какой-то выглядишь? Что с тобой сегодня? Да, Леска, ты мужик. А я, наоборот, как Алекс выгляжу. Итак, кстати, ребят, у всех же прямо сейчас находится удочка. Да. Эта да, удочка специальная, она нам позволит ловить блоки и все-все-все. Короче, предлагаю начинать нашу с вами рыбалку. О, я леску поймал. И что нам делать с этим вообще? О, есть контакт, смотрите, у меня получилось. Стойте, ничего не делайте. Тихо-тихо, у меня получилось. Е, я рыбу поймал, да вы серьезно, тут должны блоки выпадать. А, Нубик, ты что меня, куда ты меня притягиваешь? Так, стойте. А у меня где? Да хорош, у меня тут перед лицом поплавок чей-то. Надо по очереди, ребят, кто-нибудь делает. Стойте, я этот самый. Кидайте прямо под себя поплавок. Ай, куда, что? Нубик, посмотрите в небо. В небо, смотрите, скорее. Скорее. Что вы со мной сделали? Как вы это сделали? О, есть. Нубик, это пила сейчас распилит. Аккуратнее. Нубеса, не вставай туда. Нубик, все. А как вы меня в небо подкинули? Я не знаю, как это произошло. Что за дичь? О, Леска, у тебя получилось! Так, тихо, стойте, хорош. Отцепите меня от своих хозяев. Хорошо. Сейчас, стойте. Вот. Все, ребят, пошло дело нас. Так, Леска, поднимайся, запрыгивай сюда. А что она нас сквозь делает? Сейчас. А, поняла, куда. Так, эту штуку надо. Меня уже пила. Ну-ка, в бок, все в бок. Ура! Она не кусается, пила. О, кто кусается? Нубик, пила, это вообще жесткая штука. Слушайте, так клево, столько красивого камня выловили. Ох, да. Смотрите, так, 19... ребят, короче, знаете, давайте что? Думать, как мы сегодня будем обустраивать наш с вами остров. Давай. Знаете что, можно скажу. Смотрите, вот у нас кварц и 19. Я думал, Лупик сейчас скажет, вот смотрите, у нас квас. Ну тоже можно. 51, почти 52. Не 52! Это вообще. У меня знаете, какая безумная идея появилась? 51. Смотрите. Этих растений, вот таких вот, смотрите. Вот. Короче, первый блок, который красивые. Нам сегодня с вами попался, это кварцевый блок. Он похож на фонтан. Можно сделать что-то типа фонтана здесь. То есть мы прям... Из него ловить, да? Лазурит. Так, только отходите подальше, а то мы друг друга цепляем прям вы очень слушайте. Сильно. О, все, наконец-то. Да, ну, поиска, мы слышим. Ладно, лазурит? А сколько у тебя его? 19. Слушай, маловато, я не знаю даже, куда мы можем. Ну, поставь, знаешь как? Можно... А где мое? Куда? Давай, типа, уголок... О, давай вот такой барьер можно сделать. Что-то у меня тоже не надо пропадает. Да. Нет, сейчас мы... Вот здесь еще тоже увеличим немножечко. О, ребятушки, у меня вот такие штучки попались. Но они не очень удобные. Слушай, можно, знаешь, что сделать? Камень. Можно... О, давайте сделаем так, Нубик, ты ставь лазурит, правда, у тебя, наверное, не хватит, чтобы вот сюда вот полностью довести, да? Ну не хватит, конечно. Эх, блин, жалко на самом деле. Еще попробовать. Ну, главное то, что растения, они нам по сути не нужны. Да что такое? Их много. А лазурит нужен, его мало. У меня куда-то вниз улетает, надо поближе вставать, давай, короче. Давай, я тоже сейчас ловлю. Давай, ловись. Ребят, это по сути то же самое, что мы если блок копали, только мы тут из удочки ловим. Да, да, да. Прикольно, слушайте, мне очень нравится. Да что? Ого, нифига, какие блоки. Что там попало еще один? А у меня 44 андезита. Так, слушайте, короче, ребят, наконец-то мы с вами можем сделать с вами верстак. Давайте его куда-нибудь вот сюда поставим. Ага. Ну у нас тут полублоки, из-за этого криво все будет. Давай пока здесь будет. Короче. Ребят, иногда просто пропадает. Отсюда, отсюда. Давайте я тогда на всех прямо сейчас сделаю деревянные инструменты. Так, держите всем по топору. Вот бы сейчас Леска, Нубик, это вам топоры. Развести. Согласен, вот, поэтому спасибо. Надо больше рыбачить, спасибо. Тогда мы с вами обязательно что-нибудь найдем. Я рыбачу. И сделаем грядку. Так, получается, да. Делаем. Так, Нубик, это да. Тебе, вот Леска, придут это тебе. Ночью. Да, кстати, спасибо. Придут, нам освещение надо. Кстати, у меня есть. О, ребят, у меня музыкальные блоки. А. Ну, Бесса, будешь песню играть? Что придумать еще? Ребят! Слушай, Нубик, слышите? Давай, короче, для красоты. Блин, он долго ломается. Ребят, нам каменные кирки нужны, каменные инструменты. У меня как красиво! Как красиво! Я думаю, из андезита Нубик, скорее всего, не получится.
Вау. Короче, знаете, что хочу сделать? Просто на камень. У меня очень много вот таких прям голубо-зеленых досок есть. Я хочу сломать, короче, вот этот лазурит. О, стекла. Ой, тебя несколько так, что ли? Это что-то некрасиво как-то. Я же говорю, сломать лазурит и поставить одного типа блоки, чтобы оно поприкольнее получилось. А то так неперфекционально. 6, у тебя же были деревяшки, у меня еще 35 таких же. Ну, так у меня 2,5 стака таких, у меня их очень много. Мы можем целый дом практически... Стойте, у меня идея появилась. А я думаю, я помогу. Стоп. О, вот, оно... А, блин, оно тоже не так ставится. Но это не круто, конечно. Это не очень хорошо. Сапожки, Нубик, так, тебе о, попали. Так, о, сапожки, одежда. Слушайте, давайте, надо к мутантам уже готовиться, скоро они будут появляться. Вот я говорю, мутанты же скоро. Что это? О, бронзовые блоки выпали. Резко лазурита. Ой, медные блоки. Друзья, секундочку внимания. Напоминаем про наши мерчи. Там столько всего интересного. Футболки, худи. Пеналы, брелки и все такое классное. Заглядывай, ссылка под роликом. А теперь назад к видео. Сейчас скажу. Ребят, медные блоки 17, лазурит один только. А нет, шалкер. А, это не лазурит, это шалкер, просто похож был очень. Нам бы, знаете что? О, сундук какой-то. Ребята, о, нифига, что нам выпало, тут прикольные что всякие там, штуки. Что сейчас. Еще. Сейчас, короче. Блин, я хочу прям реально досками все обложить, а мы не можем сломать. Оно ломаться будет бесконечно просто. Нам нечего инструменты сделать. Ребят, нам шерсть есть, просто... розовая шерсть. О, для ковров можно будет оставить. Нет, это бесконечно. Так. Ребят, короче, надо обычный камень, чтобы нам попался. А можно кирку из этого дерева сделать? Нет, можно, только я говорю. Она ломает так, очень долго, нам нужно ну, как Беска, минимум каменные инструменты. Морковка. Прикольно. Хорошо, каменные о, инструменты тебе что-то выпало надо блоки. 4 о, у меня уже два вида стекол. Лаймовые и оранжевые. Ага. Может быть это, ребят, по бокам стекла прям прикиньте, ставить? Прикиньте, мне деревянная кирка выпала отсюда из воды. Зачем она мне? Что за скам вообще какой-то происходит? Спрашивали, зачем. Нас трое, у нас шанс того, что найти то, что нам нужно, очень высокие. О, лес, где алмазы, по-моему, выпали. О, давай, погоди. А, нет, давай. Мы не эти, мы не сможем алмаз... добыть. Мы не сможем. 20. Нету потому что кирки нужно, кирка нужна железная хотя бы. Короче, алмазики слушай, сюда а чего оставлю. Железо-то не выпадает? Я вот не знаю. Ребята, посмотрите, это просто даже рай какой-то. Алмаз выпал. Какой рай? Ну вот, сзади алмазы, чего, смотри. Из алмазов то, что да. Все. Если что, потом добудем. Мы можем сделать алмазовые эти самые. Точнее, когда железо попадется, сначала мы выкопаем лазурит. Сделаем нормальное очертание, чтобы все было одинаковое. А не я подумал, что у меня выпал камень, а мне выпала серая ребят, шерсть. А мне зимние розы выпало, представляете? Ну это смотрите. Вообще прям полезная штука сейчас. Да. Мне незритовый топор выпал. Я с ним ничего сейчас не сделаю. Это не зимняя, это визор роз. Что? А, нет. Визерос. Все, я неправильно прочитала. Я ну, Вик, у меня супер крутой ну, топор, который как в креативе все почти ломает. А, но нет кирки у нас. А сломай андезит. Андезит? Ну это как же элементарного камень. И нету? Ой, сломай эту. Как это? Так это же камень тоже. Ну сломай его с этим топором. Нам кирка нужна, Нубик, топор. Ты что, леской стала, что ли? Нет, это тоже можно. Ну что вы мне нет, говорите? Нубик, очень я долго уже давно так не делаю. Так, давайте, я давайте, навались, навались. Я уж давно так не делаю. Динамит выпал. У меня ТНТ, 32 штуки. Будем? А нечем поджигать. Кстати, друзья, у нас монстры не будут просто так падать. Потому что если мы максимум яйца... Они могут здесь появиться. Так, посмотрите, кому что выпало только что. Блин, рыба там это дурацкие вот столы. Сейчас я их уберу оттуда, блин. А как их никак не зацепить, да? Постоянно мешает, я их куда-то заглядываю в эти столы. Даже... Я могу. Да, есть такой момент. Ага. А там не дотягиваешься, я пробовал. Я дотянулась. А, ну все, тогда ломай. Так, я ловлю, нет. А я вообще кидаю. О, все, сейчас нормально пойдет. Просто с чего-то же надо было начинать. И что мне выпало сейчас, я даже не понял вообще. А, вот что мне выпало. Смотрите, ребят. Мне выпали фонари. Ух ты, фонари. Сейчас наконец-то будет свет. Какой-то по бокам-то поставь, да. Ура. Да, о, все, отлично. Ой, слушай, ну когда дерево, когда земля. Знаете, а вам не кажется, что все будет в этой тематике? Все какое-то бело-голубое, такое морское. Да, есть о, там. О, что там? Смотрите, вот этот о, вот... О, смотри, аметист. Слушайте, а из аметистов, ну, кстати, ничего... Лазурит. Можно вот, это я сделал блоки аметиста. Это голубой, аметистовые вот это блоки. Белое, это тоже бело-синее такое. Такое. Все такое, пожалуйста, знаете? Камень. Самый обычный ресурс из Майнкрафта. Можно нам его уже, наконец-то. Цвет, зачем мне зеленый краситель? Ну, серьезно, что я буду с ним да, делать? Нубик, да, шерсть да, только красит. И стекла голубые. Да, Нубик, мы тоже в шоке от того, что все одного цвета. О, кровать. Ну все, Нубик, спать ложись. Слушай, у меня удочка куда-то проваливается иногда, и просто опыт. Да, бывает такое.
О, все. Так, да блин, она ушла куда-то туда. Ушла куда-то. Ну что ты, о, ушла? Вот, поймал. Так, ты что, да, заново что перекидывать ее? Рыба. Рыба, у меня тоже рыба есть. Но пока есть неохота. Да, то же самое. Опа, тебе что? О, полетело? Мне, короче, призма, призма выпала. Осколки призмы и арбузные семечки. Ой! Че там? У меня 50 алмазных этих кирок выпало. Чего? Кирок? Алмазных 50. Кирок? Кирок. Ну давай кирку тогда. Серьезно? Пошли ломать. Ну когда-нибудь они вместились в любом случае. Ребята, эндер-сундуки вот. О, нормально. Так потому что 50 у тебя как влезет-то? Они ж не стакуются. Эх, нубеса, нубеса. Что, заскамить хотелось-то? Трам-пам-пам, пим-пам-парам. Ты чё, у меня что-то проваливается куда-то, ребят? Ой, куда оно? Стойте, погодите секундочку, а? Так, ну это, конечно, вряд ли оно так сработает, этот крафт. Ну да, его тут нет. Слушайте, дайте я попробую хотя бы... Ну да, я только деревянную могу кирку делать, и все. Другое мы с вами, только деревянные инструменты. Посмотрите, у вас точно реально нет заборчик ничего, типа, из чего можно сделать деревянные. Просто я собираю, а все лески падает. У меня деревянные ворота, музыкальный блок, каменные... Рельсы, стоечки. Зашибись просто, зашибублик какой-то. Кататься будем. Так, ага, ладно. Ага, попробуй сейчас будем. Блин, слушайте, ну, я не знаю, короче, вы пока рыбачите, а я тогда не знаю, что делать, у нас, по сути, вот такой прикольный остров уже есть. Ой. Я бы, честно говоря, вот эти... Хотя нет, тут удобно ловить, когда у тебя полублоки. Короче, я пока пойду территорию расширять. Что-то мне интересное выпало. Так, что там выпало? Все в тебе падает. Red sandstone, получается, глина, да, красная? Нет, это типа красный песок просто. А, ребята, а вот из этих полуступенечек можно сделать? Нам что надо? А что там у тебя полуступеньки чего? Деревянные. А деревянные нет. Деревянные нам нужно как минимум каменные. Камень? Да, чтобы добыть алмазы, нам вообще нужно железное. Окей. Почти сутки уже мы с вами тут рыбачим, уже скоро рассвет уже будет наступать. Скоро рассвет уже реально. Да что такое? Сутки. О, Нубик, это твоя рыба, держи. Ой, твой собрат выпал. У меня шалкер бокс. О, шалкер, клади. Мой собрат будет как желтый и глаза в разные стороны, прям как у меня. Шалкер, это считай как рюкзак. Ты можешь в него что-то положить, потом сломать, и у тебя внутри будут храниться вещи. А потом поставить и снова брать оттуда. Класс. Что я так и сделала? Так, ну нет, я точно. Слушайте, короче, тут еще интерьерчик можно сделать. Смотрите, у меня растительность вот такая вот есть. Я сейчас на фонаре это дело поставлю. Так, и получается уже вот такая вот интересная, прикольная история. Так. Достижение какое-то. Жесть у нас, конечно, как-то это все. У меня незер вот такая вот штучка. Сзади у тебя, как мотыга. Я забыла, мотыга. Почему на мотыга, а не кирка? Ну, блин. У нас уже топор есть, да. Не мотыга, а кирка. Да. Мы строиться нормально не можем. Кирка все решит, пожалуйста, хотя бы... Так, что там выпало? Вот такие, кварцевые. Не. Сюда положу, короче, я все шалкер. Я начну ломать. Давай, Нубик, это долго очень будет. А вы пока что ищите. Пытаемся, да, найти что-нибудь. Так, мне... Я покажу. Что-то а что мне выпало? Гринспан, минспан, что это такое? О, это какой-то... А знаете, что я выпала? Эхо-шар. Перья. Вот такое. А мне перья выпали, нифига себе, прикольно. Это, я не знаю, что такое шар. Так, ну всякие осколки, это... типа... О, леска, еще одна рыба попалась. Реально рыбалкой занимаемся тут. Рыбалка, чего вы хотели? Ну нет, я постепенно буду ломать, пока уже три блока сломано, поэтому так, я успею. Так, ну с другой стороны, а может и пофигу так-то, потому что это реально очень долго тут будет если ломаться. Если бы мы с самого начала начали ломать, мы бы уже сто раз. Да, мы бы втроем уже сломали, на самом деле, это дело. Смотри, проваливается, что такое? Да мне кажется, просто, давайте просто. Не, просто хочется все... реально дом же построить. О, медь снова выпала. А нам эти алмазы мешают, мы не можем их сломать даже никак. Рыба. А вот, слушайте, что-то тут все плохо с камнями. Да. А мне кажется, полублоки даже больше закрытый эфир дают. То есть ты, например, ставишь, и получается так, то, что ты как бы внутри и чуть ниже оказываешься, чем обычные такая блоки. Так, у меня снова все проваливается, Олеска, тростник тебе выпал. Если у кого-то есть песок, то можно посадить его, в принципе. Или земля. Нет, по-моему, нету. У Лески есть санту. У нее красный песок есть. Красный, вот. Ну, наверное, не подойдет, да? Да? Надо удочка, проверить, ты я не помню. Ребят, ныряет и ныряет. Слушай, леска, мне вообще ничего не падает. Падает? Я прям поймать уже нет? Не могу.
У нас какие-то проблемы. О, во! Земля! Это или... А, не земля, нифига. Что это такое? Это какой-то... Это камень же, по-моему. А, слушай, это земля с корнями. Прикиньте. А у кого-то есть саженцы? Так, и что? Есть какой-то роуз. Да, цветок вот этот есть. Ха. Он растет на нем? Слушай, я не знаю, можно вот так вот попробовать посадить. Так, где там у нас цветочек-то этот был? Вот сзади. Так, эту часть вещей, наверное, выкину. Шеря, он же этот такой, незаконный. У меня еще кораллы есть, ребят. Прикиньте, как можно красиво все взять. Я уже докапываю. Ой, давай, давай, так красиво. Слушай, давай я еще ловлю, может, чем-то семена. Давай, нубик, докапывай. Но алмазы надо будет чем-то все равно ломать потом. Да-да, мы это сейчас. Там, по-моему, камень улетел вниз. Да ты чё? Улетел камень? Да. Как так-то? Вы издеваетесь? Слушайте, знаете, что надо сделать? Я не знаю как, но... Лететь за ним? Нет, я сейчас попробую сломать. Ступеньки каменные, Шеди. Я хочу на один уровень вот ниже эти поставить. Не, помогут? Не, не поможет. А ну не получится тут. Короче, я прыгаю и пытаюсь быстро блок поставить, а потом мы заградим, чтобы ничего не падало. Итак, раз, два... А, есть, успел поставить, все, ребят, сейчас будем жить. Все, сейчас, короче, поставим снизу. И ничего падать, по идее, не должно. Так, мне что, песчаный заборчик выпал. Текс. Ой, аккуратнее, не падайте. Все, я сломался. Блин, оно не туда ставится. Что за фигня? Так, сейчас, а, вот так, снизу. Так, аккуратнее, только не упадите. Я сейчас тут все ломать буду повсюду. Так, ой-ой-ой. Что-то у меня крутится. Пес, Лубик еще зевать успевает, ужас. Просто жесть я какая-то. Кто там бьется? Резко, резко, плохо, ее там цветок бьет, это по-моему. Это дурацкий, я его выкину резко сейчас. Резко розу выкинула. Иди-ка ты. Ой, так, реально? Это ломать не надо. Ну, Беска, не сажай ее, она плохая, я так и думала. О, все, ребят, так. по идее, сейчас уже больше ничего не, будет? Не должно падать. Так, грядка готова, ждем только семянки. Ну, так. Мы ждем камень. О, стекла выпали еще мы больше. Мы все ждем. Мне показалось камень. Короче, как только у нас так, появятся ребят, инструменты, кирка, с вами мне сразу сюда... строим дом все вместе. А я думала, ты скажешь, что с вами свяжутся. Так, давай, пожалуйста, рыбка, ловись. О, зелень всякая падает. Песчаник, да? Так, о, золотая руда выпала еще. Да, это от меня. Золотая руда, золотая. Руда. Золотое блюдо, золотое. Еще рыбешку кому-то попалось. Это мой сородич, всем знать. Это мой сородич. Опять доски эти. Да что за издевательство? Стопэ, а я вот опять сородич Нубика попался. Неужели я эту медь не могу переработать и сделать из меди? Походу нет, это жаль, конечно, печально очень. Жалька. Печалька. Меня выпали эти... Опять доски. Леска, что это такое? О, а это что у вас тут такие растения непонятные? Водоросли, что ли? А кто коралл? Вау, так красивенько. Смотрите, коралл-то засох, оказывается. Коралл стал желтый, да. Без воды он не смог выжить. У меня есть блудая. Алмаз, так, или как он? Это краситель голубой. А, точно. Ух ты. Что-то ко мне прилетело. Так, мне тоже что-то летит все подряд. Это же я осторожный. Маджента стекла. А еще черный камень есть у меня. Мне 18 штук. Ну-ка, его можно переработать, интересно. Трам-пам-пам-пам. И зачем мне они? Что-то черные какие-то блоки подлетели. А это шерсть. Кстати, если мы хотим сделать дом, хотя бы поставить дверь, то нам понадобятся кнопки и двери. А у меня есть железные как раз таки двери и кнопки. О, Нобик, тебе что-то выпало. Походу, сегодня с камнями нам просто-напросто... С камнями нас скам. Нас обманули, да, с камнями. С камнями скам. Короче, ребят, я возвожу тут какие-то хотя бы стены, чтобы какой-то домик получился. Дом, потому да, что делать? Это реально бесполезно что-то. Камень самый обычный ресурс, нам выпадает все, просто все, кроме камня. Да, я тоже не очень понимаю, почему так. Так, а у кого-то еще остались вот эти вот бирюзовые блоки или зеленые, что это за цвет вообще у такой? У меня вот кто говорил, что нам нужна кнопка, друзья, разбирай. Да нет, кнопку-то можно и просто сделать из любого другого блока. Я же короче, ребят, так, ну ты до конца добьешь тогда вот эту стену? Так, да. Так, здесь мы сделаем с вами выход на лужайку. У нас тут будет находиться. Давайте, вот я рыбачу пока что. Текс. Сопровождение музыкой. И, Нубик, тебе это, надо будет еще дверь сделаешь из этих же блоков. Красиво они играть. Прям под цвет также получится у нас. А как? В смысле, как? Ну, дверь, Нубик, ну алло. Ребятки, дверь выловила. Это обычно, это неинтересно. Держите. Ну, хотя такая, в принципе. Красивенно. Так она вот, леска, вот это еще красивее. Сейчас, так, в другую сторону поставим. Что не так? Вот так, чё?
Это вообще, конечно, занудный просто. Ковер, ковер, белый ковер, ребятушки, берите, кто ковер белый заказал. Так, это мы тут ломаем, короче, большое стекло будет, большое окно. Так, зеленое, вот, хочу зеленое, что было. Так, сюда, готово. Так, и ровно с другой стороны, ну-ка, сейчас так вот пройду, получается. Чё там у вас? Кстати, стойте, а лаймового стекла-то у меня не хватает. Так, я тогда оранжевое с этой стороны поставлю. У меня какая-то... О, слушайте, вот если бы не алмазы здесь, было бы намного интереснее. Смотрите. Слушайте, алмазы мы уже не сломаем, понятно. Но пока не добудем, не сломаем, да. Смотрите, что какая мне красивая штука выпала. Какая? Тебе тяга выпала. О, ребята, что это такое вы тут поставили? Это называется Skulk Sensor. Короче, предлагаю пока Shulker Box такая музыка передвинуть вот сюда, куда-нибудь. Походу, это сенсор делает таким... Так, еще. Да, верстак тоже пока, ребят, перенесу, пускай возле двери вот здесь у нас находится. Как все красиво, кстати. Да, кстати, несмотря на то, что у нас дом неполноценный, все равно выглядит очень круто. Выйдите в наш сад, так, по сути, это и есть дом, то, что у нас. А что там цветы у нас шевелятся? Посмотри, Шэдди. Ну, что-то лепехи какие-то. Они шевелятся! Естественно. Они какие-то странные. Давай, ловись. Ух ты. Деревянная ступенька. Пожалуйста, камень. О! Прикинь, сейчас в конце. Очень будет. Прикольные доски такие выпали. Я сейчас из них, наверное... Коралл! Бабл-коралл! Какой бабл еще? Ребят, посмотри, ну, Бесса, что думаете, леска, они нас засохнут, а надо воду найти, короче, ведро с водой и после этого засадить их под водой. Ладно. Алмазы весь вот портят. Так, да, алмазы, конечно, по жести вообще просто. Такую теребоньку нам устроили. Внимание! Спасибо за внимание. Блин. У меня вот такой замшелый полублок. Можно его тоже как декоративно использовать. Эх, почему все что угодно, но не элементарно? Это потому что когда ты что-то именно ждешь, то... Так, сейчас сундуков у нас нет. Короче, так, я пока, наверное, сделаю по-быстренькому вот что. Каменные полублоки! Так, вот сюда. Полублоки, да? Да. Слушай, погоди, нубик, дай каменные полублоки. Я, возможно... Это кирпичные. Кирпичные, понял. Это каменный кирпич, да. Это другое. Да что ж такое? Так, ребят, часть вещей, если что, скинул в сундук. Если там вам что-то надо будет, уберите. Опять коралл, ребят, хорошо. Эмеральд. Коллег. Попадись, камень. Кирпич. А у меня что? Опять вот это азалея. Все что угодно, но не камень. Слушайте, погодите, неужели у нас с вами реально ничего нет, да, чтобы сделать то, что сломает алмазы? Может, мы с вами просто тупим как-то, не знаю, может, что-то все-таки у кого-то есть? Ну, давайте посмотрим, так, сейчас, подожди, я покопаюсь, так, в сундук залезу. Фу, отполированный андезит выпал. О, нубик, камень! Идите, ломайте кирками каменными, ой, деревянными ломайте, короче. Погнали! Добывайте булыжник. А чё, ребят, радоваться? Наконец-то стойте, счастье! Это же камень, у нас железа-то нет. И? Чё, ну не сломаем алмазы даже так, мы их не получим. А может быть потом вылетит? Так, давайте, ребят, кто-то рыбачьте, а булыгу мы с вами в сундук положим, чтобы это очень ценный ресурс, потому что... Сейчас я всем сделаю каменные инструменты. О, так, это чё? Кто нагрудник поймал? Я. Так, я вверх, если что, ребят, положил еще камень. Я тоже. Так, сейчас я, короче, по-быстренькому сделаю всем каменные кирки, наверное. Так, это сюда, леска, это тебе. Лубик, это тебе. У меня уже все забито, поэтому выкидываю. Я тебе выкинул там на грядку. Дерево. Дерево надо нам? Я думаю, что нет. Потом, может быть. Пожалуйста, просто выпади обычная... О, лодка с сундуком. Прости, сородич. А я не могу... О! Нормальная тяга. Эх, пусто, жалко, в лодке у нас. Эй, я поймала лодку. А чё, Нубик, припаркую где-нибудь здесь, пускай стоит для красоты. Эй, малютка, припаркована, бля! Мне выпал коричневый грибной блок. Шэдди, скажи, наберешь. Прикольно. Зачем? Хочу просто. Ну, наберешь потом, и все. О, Нубик, тебе незритый, по-моему, нагрудник тоже выпал. Эй, гей, блин. О, кровать, еще одна. Только у нас кровати как-то неэстетично стоят. Я вот так ее сюда поставлю. О, эстетик. Мой сородич опять. У нас столько нубиков тут уже наловилось. О, нажимной блок, кстати. Нажимная плита. Можно теперь заходить, выходить и ручку двери не теркать.
что-то мне выпало. Золотая чашка, золотая. Тарелки. Эти. Как они называются-то? О, погодите, а это можно сюда посадить? У меня каменная кирка. Ребята, что вы тут засадили-то? Все, уж посадить некуда. О, смотрите, грибочек посадил. Красные грибочки у нас теперь. Пока. Вон один только вместилось. Вон красный маленький грибочек. Красивый такой. На вид очень даже аппетитный. Ребят, почему я провалилась? Алло. Куда? Это потому что тебя зажал тут растений. На землю просто провалилась. А мне тоже так делало растение-то. Light Grey Terracotta. Рыба и книга вчера. Все, последние попытки, походу алмазы сегодня останутся недобытыми. Наверное. О, нифига себе. Какая-то медь выпала, вот такая зеленая, прикольная тоже по цвету. Ух прям. Ух ты, прикольная какая. Да. Кнопки. Хоть мутантов не было, а то бы нас тут... Согласен. С едой вообще как-то даже кушать не хочется вообще. Двери выпали. Еще мне падает много. Джунглевские. Так, ловим. Опа. А кстати, у нас с вами даже ни животных, никого нет. Я тоже думаю про это вот это. Что это у тебя зеленое там? Свечи? Прикинь. Рыба опять. Да, свечки синие были. Что-то к вечеру какой-то клёв пошел прям на рыб. Оу. Это что? Это, кстати, какой-то ли... Она... Это Frog Light, типа лягушачий свет, что? Смотрите, она реально свет прям дает прикольный. Это типа лягушки придут сейчас? Смотрите, она очень прикольно выглядит. Да, красиво. Прям как лампочка. А я не знаю. Магма, так, каменные полублоки выпали. Нам нужно железо. Железо сегодня, походу, до связи. Походу, железо просто отменили. Наберёт железо, да. Опять дерево. Короче, ребят, слушайте, я, наверное, предлагаю сегодня на этом остановиться. Мы с вами безумное количество разных предметов наловили. У нас тут просто все сундуки полностью забиты. У меня еще карманы полностью забиты. О, синий шалкер. Слушайте, это тоже как хранилище можно будет использовать. Куда-нибудь вот сюда его поставить. Ну, и у нас, несмотря на это, получилась вот такая вот уютная комнатка. Все равно прикольно. Да, слушайте, прям очень, да, круто получилось. Вот. Алмазы, конечно, все тут портят. Но тут только рыбачить и рыбачить. Ну что, ребят, в следующий раз мы их просто снесем. Я думаю, что сможем. Это точно. Надеюсь. Так, тут булыга у нас. Ну да, алмазы мы, к сожалению, никак не получится. Конечно, можно попробовать каменный, но это минус один алмаз сразу. Ну-ка, да, это просто минус алмаз. А, друзья, ну что же, будем сегодня на этом заканчивать. Вот такая получилась у нас интереснейшее выживание. Вернее, получилось. Вот, да. И... Кстати, вот смотрите, нет сегодня железа и нет наших скинов. Так что, мне кажется, это какой-то заговор. Вот, друзья. Ну, а на связи был Шадимен. Всем удачи и хорошее настроение. Не болейте. Увидимся, услышимся в следующем ролике. Всем пока-пока. Пока-пока, друзья. Всем пока-пока.